Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект ксенона от компании Ignince на цоколь H7 с температурой свечения 5000 кельвинов. Поставляется комплект в фирменной упаковке. Вот так вот все упаковано. Здесь находится инструкция и гарантийный талон. Два блока розжига. Блоки розжига Slim стандарта, самые тоненькие блоки, которые есть сейчас для ксенона. Металлический корпус, полностью герметично заклеенный. Мощность блоков 35 Вт. К лампе подсоединяется с помощью трех разъемов. Есть также монтажный комплект и две ксеноновые лампы. Лампы также мощностью 35 Вт, как и блоки. Защищены они пластиковыми колпачками для того, чтобы не повредились при транспортировке. К блоку розжига подключается тремя разъемами. Два, которые поменьше, идут стандартом CAT. Есть еще стандарт разъемов AMP. Питание подсоединяется с помощью двух проводов. Питание 12 вольт подключается. Одну из ламп мы сейчас подключим к блоку розжига. Подключается все очень просто. Разъем в разъем. Разъемы индивидуальные. Перепутать не получится. Таким образом, лампа полностью готова к подключению питания. Сейчас подключим и визуально посмотрим, как же она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Лампа загорается. В течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Ксеноновые лампы, как правило, всегда очень ярко отсвечивают, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. В данном комплекте ксенона заявленная цветовая температура 5000 кельвинов. Мы видим, она такова и есть. Чисто белый световой поток выдает лампа. При покупке на комплект ксенона обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.